120-мм вентилятор с разъемом Molex и фиксированной RGB-подсветкой. В этом видео мы распакуем корпусной вентилятор от компании Aerocool, модель Spectra 12. Устройство поставляется в фирменной картонной коробке с европодвесом и комплектуется антивибрационными вставками, а также винтами для крепления в корпусе системного блока. Кулер выполнен в радиальном корпусе, по периметру которого предусмотрены монтажные ушки. В ушках есть отверстия под саморезы и специальные выемки для установки резиновых колец антивибрационных прокладок. Ключатка Aerocool Spectra 12 напоминает дизайн модели Duo. Здесь у нас 11 лопастей белого цвета с небольшим изгибом для создания мощного воздушного потока. Диоды подсветки находятся в радиальной окантовке корпуса и в центральном блоке, где расположен моторчик и подшипник скольжения. Заявленное время работы на отказ составляет около 60 тысяч часов. Скорость вращения лопастей фиксированная и составляет 1000 оборотов в минуту. Максимальный воздушный поток достигает около 36 кубических футов в минуту при уровне шума не более 19,5 дБ. Для подключения устройства предусмотрен только разъем Molex, так что вам потребуется кабель от блока питания с соответствующими коннекторами. Разъем Molex здесь двойной по типу папа-мама, что позволяет реализовать параллельную схему питания, когда несколько вентиляторов подключены друг к другу.